Гости из Ярославля, в числе которых заместитель губернатора Александр Грибов и зампредседателя областной думы Илья Осипов, побывали в Дербенте. Они осмотрели крепость на Рынкала, где узнали много нового о старейшем городе России. О том, кого считают основателем Дербента, о римских захватчиках, которые дважды осаждали город. Много других интересных фактов из истории. Показали гостям и старинные винные погреба. Ярославская делегация прибыла специально накануне 2000-летия города. Ведь не так давно они сами отметили 1000-летний юбилей Ярославля. И на встрече у мэра Дербента гости рассказали, как праздновали памятную дату. Когда Ярославлю было 1000 лет, и здесь в этом плане мы тоже готовы поделиться опытом, потому что в следующем году Дербент ждет большой, я считаю, для страны крайне важный юбилей. Максимальное погружение всех людей в историческую сущность всех событий, которые здесь происходили. Вот это самое важное, что сегодня есть, и я думаю, это совместная задача руководства вашей республики и нашей области.